Лауреат городского конкурса профессионального мастерства «Лесенка успеха», музыкальный руководитель детского сада номер 44 Татьяна Шитова, педагог с большим стажем. За всю свою трудовую деятельность научилась даже лечить маленьких детей музыкой. Говорит, главное правильно понять характер ребенка и его настроение. Это она и пыталась донести до своих коллег. Детей наших надо занимать чем-то. Если мы будем их занимать, им будет самим интересно, они научатся петь. А очень же приятно, когда ребенок поет. А очень приятно, когда ребенок слушает музыку. А вы знаете, что музыку можно лечить? Дети становятся более спокойны. Тему семинара «Фольклор как средство ранней социализации дошкольников» организаторы мероприятия выбрали не случайно. В детском саду «Сказка» с раннего детства педагоги приобщают детей к культуре русского народа. Ребята изучают потешки, дразнилки, колыбельные песни, пестушки, а также учатся играть на ложках. Педагоги считают, что именно этот музыкальный инструмент способен развивать в детях любовь не только к музыке, но и к народной культуре. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Используя все вот это, вот накопленный опыт, мы помогаем детям осваивать традиции народные, обычаи. Педагоги у нас все творческие и сами загорелись этой идеей. И, конечно, вот через русские традиции, а именно через ложки, можно привить фольклор, любовь к народной культуре. И поэтому мы выбрали ложки. Изюминкой мероприятия стал показ русских народных костюмов в исполнении нынешних и бывших выпускников детского сада номер 44. Малыши, как настоящие опытные модели, с удовольствием дефилировали перед зрителями. Часть нарядов была придумана и изготовлена руками сотрудников и родителей детей дошкольного учреждения. Большой интерес музыкальных работников вызвали и представлены на мастер-классах авторские методики преподавания музыки для школьников.